Киев саботирует перемирие в Донбассе, прикрывая этим несостоятельность своей внутренней политики. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин на первом за 5 месяцев открытом заседании Совета Безопасности по Украине. Дипломат отметил, напряженность на юго-востоке Украины вновь нарастает, и Москва обеспокоена этим фактом. Вооруженные силы Украины продолжают наращивание сил в регионе, даже не скрывая передвижения тяжелой техники. Только в районе Горловки, по данным разведки Донецка, размещено 85 танков, 12 БМП и 30 ракетных систем залпового огня. Кроме того, 4 декабря украинская сторона самовольно и вопреки имеющимся договоренностям захватила 7 населенных пунктов, которые на момент подписания комплекса находились в буферной зоне и до сих пор не контролировались ни одной из сторон. Рассматриваем эти действия как провокационные. Украинские войска из этих населенных пунктов должны быть выведены.